На принципах его первичного электробита стоит вся современная электронная музыка. Монохромная эстетика, навсегда изменившая наше восприятие звука. Соавтор лучших альбомов золотого периода «Крафтверк» со всеми хитами группы и первой сольной пластинкой за 10 лет – Карл Бартос. 17 ноября на сцене телеклуба. Подробности на teledefestlab.ru при поддержке Radio DFM и компании Mail.ru Group.